Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня предлагаю вашему вниманию оригинальный рецепт. Селедка, маринованная с морковью и луком. Для приготовления рецепта мне понадобится селедка, полкило филе. Одна морковь я натерла на крупной терке. Две луковицы, порезанные полукольцами. Пол лимона, порезанного тонкими полукольцами тоже. И пару лавровых листов. Какое-нибудь растительное масло. Еще мне понадобится литровая банка. На дно банки кладу лавровый лист, несколько кусочков лимона, немножко моркови и немножко лука. Первый слой овощей готов, он в банке. Теперь мне нужно нарезать селедку. Селедку нарезаю тонкими кусочками. У меня селедка мелкая, типа иваси. Выкладываю в банку кусочки селедки. Сверху на селедку вновь кладу лук, морковь, лимон. И можно уже начать заливать маслом. Вот так. И так послойно выкладываю все ингредиенты. Сельдь, морковь, лук, лимон. Сельдь, морковь, лук, лимон. Селедка и овощи в банке. Вот так красиво это выглядит. Заливаю маслом. Оно потихоньку проникает. Сверху выкладываю лимон. Тут даже сок есть. Тоже его выливаю. Вместо лимона можно использовать уксус. По желанию, пару столовых ложек уксуса. Закрываю крышкой и отправляю в холодильник на несколько часов, чтобы это все настоялось. Селедка мариновалась почти сутки. Сейчас она очень вкусная, и мы будем пробовать. Даже лимон здесь тоже вкусный. Селедка с морковью и луком получилась очень-очень вкусная. Все ингредиенты замечательно замариновались. Всегда беспроигрышный вариант, если приготовить такую закуску. Приятного аппетита!